Деньги предусмотрены не только за полную потерю жилья, но и за частичное разрушение, сообщил Вениамин Кондратьев. Самое главное – оперативно, еще раз подчеркиваю, оперативно комиссиям пройти по дворам, так называемые подворовые обходы, заактировать потерю полную частичную имущество. За люди, получив денежные средства, конечно, приступают сами к восстановлению. Частичная потеря имущества – это 150 тысяч рублей, полная – 100 тысяч рублей. Надо подтвердить факт проживания, естественно, как это положено. И, естественно, никаких заминок с выплатами не будет. Кроме этого, единовременную выплату получат все, в чей дом зашла вода. Деньги за частичное и полное разрушение жилья выделяют на каждого члена семьи. Напомню, из-за ливня на Кубани пострадали 28 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Повреждения получили около 2000 домов. Сейчас комиссия уже оценивает масштаб разрушений.